Итак, выходим на улицу. 11 часов вечера, мы решили выйти на снежок. Тут очень скользко. Это бокалы. Ты сейчас... Ай! Зима! Алло! Лекина на Алекса. Ара? Лекина. Вечно. А Бюльмиру? Ай, Никсель. Ай, супер. Красоте. Пашка спит, Мурат с ним вместе. В смысле, не спит, а сидит. Офигеть, ай, чё, как. Аллах, бенда капюшон гин. Опа. И в Турции бывает зима, так что... В лесу родилась елочка. Настоящая голубая ель, между прочим, продается в горшочке. Ай, тут падает прямо на меня, на голову, а? Татили, олунча, аймакуна, гюнчинлере гитмишлер бе. Гюнчин бурая гелин дио, директ хади гелин дио, йок дедум. Вот он, парк среди ночи. Турция тоже не спит и тоже играет в снежки. И мы с мамой. Два Деда Мороза. Сейчас. Ой. Ай, прикольно, честно. Это было долго. Блин, как сказать. Короче, давно я мечтала о том, чтобы тут выпал снег. Ну, тут он выпадает. А там, где мы живем, нет. А это круто. Ей, я шасин. Мерданна. Ага, тави-тави. Дур-дур, видео. У нас тут снежная войнушка. Алла, Альнемак. Ай. Банда на банду. Это прикольно. Так, я вас, ребятки, протру. Ай, супер. Так что-то не густо. Наши русские круче. Сказала, я и сейчас получу в нос снежком. Ой, пардон, Анна, чё? Я пошла. Кадынама. Ай. Ай. Анна, ты мерзкая. Это вот прикол. Эвет. Две снегурки. И даже здесь белорусская березка. Представляете? Реально похоже на березу, по крайней мере, красотень. Под фонарем. И я в восторге. У меня почти Новый год удался. Офигеть.